магазин Ультрамарин. Товары для художников. Ну, тут всякие тушь, карандаши, краски, холсты и все прочее, что нужно для изобразительного искусства. Это Калининградский дом художника. Арт-багет. Дом художника, вот он такой сбоку, сейчас я его засниму с фронта, с фронтальной части. Ланфас. Это Кирха Луизы с кукольным театром, территория городского, центрального городского парка. Проспект Победы. Вот Союз художников России. Здание приюта для бедных Карла Альбрехта, 1890-1990 годы. Вот бирочка. Не хочет даже со временем наводиться резкость. Ну ладно. Ну там наверху дом художника написано. Здесь заканчивается, точнее, здесь начинается проспект Победы. Вот. Там и улица Пушкина такая. Там на ней, на улице Пушкина только советские дома, хрущевки. Нет, на улице Пушкина можно было бы получше дома сделать. Ну, все это находится в окрестностях парка культуры и отдыха, который раньше имел имя Михаила Ивановича Калинина, а потом стал безымянным. Если Михаил Иванович Калинин в 47-м году не умер, то, может быть, Кёнигсберг как-нибудь по-другому назывался, если кто-нибудь другой умер. Ну вот, пару лет Кёнигсберг назывался Кёнигсбергом и в составе РСФСР после войны. И область была Кёнигсбергская.